С главными событиями этого дня в студии Валентина Чибичек. Место для встречи полезного досуга. В Нарьян-Маре презентовали новую детскую площадку на улице Авиаторов. Ее появление с нетерпением ждали более сотни детей, проживающих в новом квартале. Осуществить мечту ребят и их родителей помогли недропользователи. В рамках соглашения о сотрудничестве с администрацией Ненецкого округа нефтяная компания «Лукойл» помогла приобрести и установить детский спортивный городок. Так, кто хочет? Ну, держи. У красной ленты главные виновники торжества. Детская площадка открывается именно для них, детей, проживающих в квартале по улице Авиаторов. Новый район заселился уже давно, а вот инфраструктура только создается. Детская площадка – еще один шаг на пути к комфортной жизни в Нарьян-Маре. Когда бываю во дворах, конечно же, хочется, чтобы у детей была возможность проводить время на улице в благоустроенных местах. Конечно же, хочется, чтобы был спорт в школах. Именно поэтому мы поддерживаем эти проекты, в том числе и проект «Губернаторская библиотека», чтобы была возможность читать книги. Новый городок сделали максимально безопасным и интересным для детей. Спортивная площадка для игры в баскетбол, игровая зона с качелями, песочница, горки. Специальное покрытие из резиновой крошки детям не навредит, даже если они упадут. Аккуратнее! Так, тише, аккуратнее! Спортивная площадка – особая радость для Надежды Соколовой. Житель многоквартирного дома любит устраивать во дворе детские игры и праздники. Она одна из тех, кто радел за появление игровой зоны в новом квартале. Глава региона лично поблагодарил Надежду Соколову за неравнодушие и содействие в появлении детской площадки. Я стала проводить здесь постоянно мероприятия. Наверное, это сыграло свою роль. Меня постоянно спрашивают, за что и почему. Я только думаю о том, что, наверное, решили поддержать мою инициативу. И за это огромное спасибо всем, кто помог сделать такое чудесное приобретение нам. Рады приобретению не только дети, но и родители. Теперь нет необходимости идти с малышом в другие кварталы, ведь есть своя современная детская площадка. На самом деле очень здорово, что сделали такую площадку. Здесь, конечно, раньше не так было. Сейчас есть где и поиграть с ребенком, и площадка. Мне нравится. Дочки так вообще не вытащишь, домой не загонишь. Новый объект – еще один результат социально-экономического взаимодействия недропользователей и Ненецкого округа. Проект выполнен в рамках сотрудничества администрации региона с нефтяной компанией «Лукойл». Валентина Чибичек, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».